Всем привет, друзья мои. Ну что, кардио у меня, кардио. Погодка у нас такая нормальная. Минус 7, снежочек. И вот мы сегодня на кардио. То есть кардио в чем заключается? Ходьба. Ходьба, обычная ходьба. Но поначалу, друзья мои, всем советую, у кого большой вес, да? Никакие залы, никуда не записывайтесь, да, начинайте с обычной ходьбы. Это тот, кто, это касается тем, кто, да, только-только начинает сбрасывать вес, и у них большой вес. Начинайте с обычных прогулок, ходите, потом начинайте, увеличивайте темп. Сначала, допустим, прошли около дома, да, пару кругов сделали, потом увеличили, там, 3 круга, 4, потом ускорили. То есть сейчас я медленно ходить не могу, сейчас я всегда хожу быстро. То есть, чтобы чувствовать себя. Ну и пульс чуть-чуть, да? А раньше ходил так вальяжно, сейчас как бы по-другому. Хотя я особо много кардио не делаю, потому что у меня физоактивностью очень нормально, да? И мне наоборот набирать тяжело. И любая трата энергии как бы не приветствуется. Но движение — это жизнь, друзья мои. И обязательно надо ходить. Не сидеть, не лежать, ходить. Так что вы не начинайте сразу с огромных там тяжелых силовых упражнений, да, и так далее. И когда у вас вес, не начинайте там с бега, да. Пожалейте свои суставы. Вам потихоньку надо скидывать. А скидывать в первую очередь у нас питание, друзья мои. Самое главное — это питание. А уже ходьба — это бонус. Бонус, то есть движение. Для отеков, для лимфатической системы. У нас лимфатическая система не имеет мотора, да, чтобы качать лимфатическую систему. То есть у кровеносной системы это сердце, а у лимфатической системы это активность, движение. Так что не сидите, не лежите, а ходите и двигайтесь. Можете, друзья мои, сделать это все приятно, как я. Вот видите, мы не одни. Я дочку садика забрал. Соответственно, мне эта ходьба еще приносит огромное удовольствие, то, что дочку на снегокате катаю. Да, зайка, как, хорошо там, малышка? Снежок в лицо. Так что вот так вот, друзья мои. Что хотел сказать? Двигайтесь, друзья мои, двигайтесь, не останавливайтесь, двигайтесь. И начинайте с маленького. С маленького начали и потихоньку увеличили. Когда вам надо будет в зал, вы это поймете. Ну и всегда старайтесь совмещать приятное с полезным, да? На данный момент у меня вот полезная эта ходьба, а приятное, что я свою вот мышечку забрал с садика, да, зайка? Да. Идем домой, да? Нет, еще магазин. Еще покатаемся, да? Магазин. А, магазин. Ну, без магазина мы никуда. Ну что, всем привет передай. Не хочешь? Потом. Вот так вот, друзья мои. Вот такие вот дела. Так что просто домой тоже не получится. Сейчас еще в магазин и потом домой. И еще такой момент. В последнее время очень многие начали, ребята, делиться своими моментами, добавлять свои и удачи, и неудачи. Друзья мои, запомните, вы не одиноки. Мы всегда вместе. У нас банда. Все больше и больше мы. Просто не делитесь, не держите в себе. Всегда делитесь, старайтесь делиться. Всегда поддержим, друзья мои, всегда поддержим. Это важно. Это важно. Потому что дух единомышленников — это очень важно. Так что вот так вот. Я всегда на связи. Все, всем пока. Да пребудет с вами престижный образ жизни.